2314 плейлистов создано на моем канале на вечер 12 августа 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube. И это, конечно, замечательно, потому что посчитать такое количество плейлистов самостоятельно практически невозможно на моем канале. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать. Ведь у YouTube есть агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым от ненужных хлопот, сберегая время и сохраняя нервы, что самое важное. Потому что врачи все время говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому этот агрегатор, он очень полезен. Остается только использовать эту информацию себе во благо, что я и делаю, снимая этот видеоролик. Спасибо YouTube за заботу.